Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, любители ножей. Я вам представляю нашу новую модель. Ну, скажем, не совсем новую. У нас когда-то давно была партия ножей. Мы делали в Якутию, делали под одного из достаточно известных якутских мастеров. Он заказывал нам клинки. Вот, это его был эскиз и его чертеж. Клинки были сделаны от и до, по его. То есть здесь вот радиус сверху. Давайте внимательно его осмотрим, клиночек. Здесь такое фальш-лезвие. Ширина все понятна. Здесь вот, видите, узко, здесь широко. Дол такой аккуратненький, не кованый, ничего, сталь D2. И с этой стороны площадочка, ну, такая даже чуть-чуть, прям ровный-ровный, даже чуть, может быть, даже вогнутый получается. Без закова, соответственно, и здесь переходик. То есть он не на нет идет, он вот идет с таким переходом. Это тогда нам заказали эти клинки, и вот сейчас я решил его вспомнить, этот нож, и сделать. Мы его запустили в серию, и эта модель у нас называется 031. На сайте он не представлен, он представлен ВКонтакте, в интернет-магазине ВКонтакте. Ссылочка будет. Сквозной монтаж. Низельбер. Карельская березка. Вот. Такая вот. Такой замечательный нож. Ничего лишнего. И он, как бы, посмотреть на него внимательно, он такой изящный. Клинок сделан по эскизу мастера из Якутии. Мы им делали целую партию, потом они на них делали дорогие рукояти, там чехлы всякие навороченные, но клинки были наши. Вот, поэтому... Здесь уже можно говорить как угодно, но клинок этот сделан по эскизу якутов. Вот такая вот замечательная модель. И такой вот стандартный чехол. Якутский. С веревкой. Якут модель 031. Покупаем. Можно заказать по телефону. На сайте. Они есть, эти телефоны. Либо в группе ВКонтакте. У нас несколько групп. А именно в той, на которую мы дадим ссылочку. Модель 031. Всего доброго. До свидания.